Так, ладно, какая потасовка, учу. Погнали, ребят, пора. Да, прямо сейчас начинаем, прямо сейчас начинаем. Каражан, Второй квартал, наконец-то. Можно открыть. И оперный театр. Так, что? Я, если честно, даже не смотрел, ребят. Несмотря на то, что полдня прошло, даже не смотрел. И видел только пару Декс Барнс, я видел. Сам Каражан не смотрел. Добро пожаловать в театр. Меня зовут Барнс, я конферансье портала наверху. Но сначала придется посмотреть представление. Да, кстати, я же ведь делал экскурсию по Каражану, по настоящему Каражану в World of Warcraft. И показывал, что за Барнс. Барнс — это конферансье, он действительно стоит перед ивентом. И там, значит, босс опера, ивент опера. Это босс один, и в момент старта, в момент запуска ивента выбирается один из трех рандомных ивентов. Это либо Красная Шапочка, которую мы здесь видим, либо Волшебник страны Оз, либо Ромео и Джульетта. Может быть, у нас как раз будет три этих ивента и будут. Первоакт. А, да, похоже, первоакт истории любви. Похоже, именно три ивента. Ребята, на моем втором канале на Ютубе можно найти. Сейчас я музыку, кстати, включу. Да, потому что в Каражане музыка божественная. Помогите Джулиане подготовиться к драматическому выступлению. Обилка сил героя призывает Ромула, если его нет на поле боя. Ромула. Так, ну, бумагу мы просили, да? Погнали. Экскурсия была так себе, слишком быстро пробежал, ничего толком не рассказал, мог бы замутить что-нибудь по лору. Ну, все равно 40 минут или 50. Я наркоман, и мне нужны слова. Взбучка, пещера, сырбор, околесица, фуфла, петух. Какие другие непримечательные и забавные слова сможет вспомнить твоя активная память? Слово «каражан», забавное слово. Майкл, 7 месяцев, спасибо тебе, Майкл, спасибо за подписку. Привет тебе. Подписаться за стримы хорошо. Наконец-то решился подписаться. Ёб твою мать. Спасибо за стримы и хорошее настроение. Тебе тоже, Макс, будет спасибо, игр. Спасибо. 4-2, и она его за 4 маны призывает. Но мы его сразу шлепнем, да, а потом он будет за 4... Ну ладно, за 4 маны 4-2, это штуфта, да, о чем мы боимся. Может, он будет героики бесплатно призывать? А, это он защищает своего Ромула. Ромула. Я ничего не боюсь. Ой, прикинь, он убьет этого. Хорошо, что его оставил, я думал, ему леганить. А тут, видите, какая жопа могла бы наметиться. Но если мы сейчас зачистим, это изи вин. Это будет фрифраг. Ну, на то он... Ой-ой-ой-ой-ой, как он бьет мне морду. Ромула, приди ко мне! Приди ко мне, Ромула! О, у меня еще блок есть. Какая у меня хорошая колода. А почему он... Где... А, вот. Пропусти нас. Если не спасти Медива, вечеринка будет испорчена. Что за вечеринка без спектакля? И что за спектакль? Как-то тихо, да? Как-то тихо. А, нет, 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 нет! Нет! Нет, у меня такой... Там раньше была кнопка настройки. Там была кнопка настройки. Сына и святого гнома сдает церковный десяти. Там были кнопки настройки, блядь. Я хотел сделать громче. 500 рублей за проезд в рай, короче. Нет, ну вот же ты здесь, А, у нас был такой голфиш. Твою мать, Картман, а? Ну что за дерьмо, а? Ну что за дерьмо? Берегись, дитя, я Ромео, мне 14 лет, я наваля... Что-то, она это ждать сюда? А баблерша придет, нет? А не пришла. Ты хочешь фрустболт? Получи его по щам. Сколько сладкой мух! Прикольно, кстати, мне нравится. Боже, сколько там стенок, надо собаку в него спускать. Наделали кнопок, блин, да, и друг другу... Что там, морлок-шморлок? Шел отсюда. Вот дерьмо, а. Пропусти нас. Если не спасти Медива, вечеринка будет испорчена. Нет! Что за Харстон без дебила, который путает кнопки? Что за спектакль без зрителей? Я ничего не боюсь. О, сейчас стенку будет баблировать. Ну давай, давай. Ой. Видите, как с мужиком 07 нам фартануло, пацаны? А ну. Давай карты брать, будем искать какие-нибудь Близзарды, а то что-то меня сейчас морду набьют. О, Ромула!
Ромула, ты спас меня! Интересно, разменяется? Интересно, это прям цитаты из Шекспира, да? Я просто не знаю Ромео и Джульетту по тексту. Но похоже на то. Похоже, что это не... Прямо Шекспир! Так, Ромула, домой, давай, давай. На квадбон. Выпей яду, Ромула. Ешь еще этих мягких французских булок. Мы не готовы. Вот это неплохо, кстати. Любовь моя, тут за тебя. Сейчас флеймстрайк раскопаем, этот Ромула умрет в страшных корчах. Ты получишь. Ладно. На нах тебе стрелы раканские. Раз, два, три. О, Ромалды. Поздоровайся с Ромео и Джульеттой. Приветствую. Не на мой ли счет ты грызешь ноготь? Вот это неплохо было, да? Вот это было неплохо. Так, тут бедный Кода уже растерялся. Ну что, давай, Кода. Вот того 1-3 будет это бедный. Ну почти. Так, он сходит в лицо, да? Ладно, давай сэкономим хитрушки. Привет, Тарас Петрович, привет. Никакого игнорирования. Я очень люблю твой ник. Потому что я очень люблю эту серию книг. Ноу игнорирование, ноу. Нихт. О, ну наконец-то, ребят, наконец-то. Какая-то хоть игра пошла. Ну наконец-то, ребят. Конец, наконец, близок. Значит, будет 11, мы поставим Антуана. А может даже похитимся, произдай все фразы. Ну, не так. Я это ценю. Не на мой ли счет ты грызешь ноготь? Да, классное приключение, классное. И что дальше? Вот приключения ему даются, конечно, с каждым разом, да? Ничего не скажешь, в отличие от потасовок. Ой, предательство. А, ну предательство Ромео и Джульетты, это же охрененно. Не то, чтобы там предательство было актуально. Я ничего не боюсь. И все. Кроме мышей. Продал. А ну, месье Антуан, извольте продемонстрировать ваш фаербол. Раз, два, три. Опа. Не на мой счет ли... Да, могли бы на самом деле 6 цитат, да? Чем трудно, что ли? Че одну фразу? 6 же тоже несложно, буквально полчаса работы. Ну, час работы. Не знаю, почему они так здесь заслакали. Могли бы, конечно, и побольше фраз. Это было бы охренительно, да? Здравствуй, Кира, здравствуй, добрый вечер. А мы здесь, знаешь ли, Джульетте в лицо бьем фаерболами прямо. Варсплеер подпишался. Здравствуй, Варсплеер. Спасибо тебе за подписку. Видите, я не игнорирую. Закончим. У меня голос такой мерзкий. А впереди еще два. Такой мерзотный голос, мне не нравится. Ой, о, черный слон. Я, кстати, буду сегодня престом играть. Если вы очень ошиблись, когда круто озвучили Kill to Z, и после него все отстой. Милая бабушка, но в ее глазах кроется ужасная тайна. Ясно, зачем такие большие зубы? Забавно, что бабушка тоже зверь. Давайте снова идем. Забавно, что бабушка является зверем. Может, она волк сожрала, не знаю. Романда, какие дополнения волк тебе понравились больше всего? А какое дополнение Ауау тебе понравилось больше всего? Просто мне кажется, что чья-то все испортила. Или хотя бы начало. Я помню, как качался. Как бегал по всему. А теперь все летают. И это убило часть игры. В толк все ждали. Все ждали БК. Адренер, Панда и Легион воспринимаются не так. Понимаешь, нужно понимать, что в World of Warcraft огромное количество аспектов. И зависит от того, в какой World of Warcraft ты играешь. Я играл в PvE World of Warcraft. Обожаю, когда зрители участвуют в спектакле. Беги, милый гость. Беги! Ага, yesterday. Прикольно. Так вот, значит, я играл в PvE. Мне так женщины почему-то обычно говорят. Сейчас Максигуд добавлю. Давай будем дружить. Все, все, мы теперь большие друзья. Так вот, я играл в PvE. PvE всегда было хорошо. И... Тебя
Значит, все дополнения World of Warcraft были хороши. Мне все дополнения очень нравились. Тут, знаешь, зависит не от того, какое дополнение хорошо, а какое плохо. Это больше от тебя зависит, какой ты в этих дополнениях. Так, вот это что-то мне не нравится ни хрена. Не очень-то внушительные. Чистилище по сравнению с Волгофами. О, вот комбинь. Давай пока вот так, поставь, пока накопим злобы. Волка для бабушки, но уже у нас нет волка в этой деке. Это другой раз. Интересно, есть ремувал? У нас 5 выстрелов плюс пинг, мы с огромной вероятностью убиваем. И вот главный вопрос, друзья, убьет ли он сейчас моего Антуана. Если не убьет, то ему сразу ГГ. Отличный спектакль! Куда лучше, чем с Огром на прошлой неделе! Очевидно, что здесь в Героке нам может понадобиться какие-нибудь Батлкрай или Десратва. Какой-нибудь Анубарак, да, за одну ману? Это было бы огонь. Ну, что-то совсем изи, пацаны. Вообще без шансов. Ага. Так, дыщ-дыщ. Ну, почти дыщ-дыщ. Когда на столе есть Ромул и Робу играешь я, то он говорит, что выпьет его. Вот это ценная информация, это я бы посмотрел, кстати. Что-то совсем просто, да? Ну, идея очень интересная. Я думаю, здесь герой должен быть прикольный. Интересно, что он героике делает? Так, чувак, ну давай домой. Было, конечно, а стой, о чем говорит нам при встрече? Приветствую. Вкусно. Неплохо сыграно. Блин, по одной фразе. Нет, ну это не серьезно. Это они лентяи какие-то. Так вот, походу World of Warcraft, нужно понимать, что, ну, люди растут, да, они меняются, то они вначале школотята, потом они студентята, потом работята, и, соответственно, меняется твое восприятие, поэтому тебе кажется, что WoW-то лучше, что хуже. Нет, на самом деле WoW-то всегда был хорош. Меняешься ты. Ух, это бомба, конечно, бомба-карта. Все существуют за одну ману героики, а мои? И последний акт. Злая ведьма. Преследуя девочку. Это случайная история не обо мне и Кире? Домой. Хо-хо-хо-хо! Так это ж прям как в этом, прям как с Таурисаном мы дрались. Может получится волка поставить легенду Дарка убивающего зверя? Нет, я где-то видел пост уже, что нет, нельзя, по-моему, без газа тост протестил. О, у нас есть девочка. Если девочка назовет свое имя, человек вернет ей летал. Кто из вас девочка, кто ведьма? Ну, я очевидно девочка. 0-10. Существа слева получают пустынный рывок, а справа... О, вау, клево, клево, мне нравится. Дороти. А нас звали Элли. Специально проиграю, анимация прикольная. Посмотрим. Приветствую. Будем беречь девочку, ребята. Бережем девочку. Ах ты, сучка крашеная. Возьмемся за руки, друзья. Вместе мы сильнее. Приветствую. Будем беречь девочку, ребята. Хочу беречь девочку. Ману все разогнал, пес. Ладно, пора бежать, ребята. Пора, брат, пора. Куда, где, тарарарара. Ой, какая у меня карта есть мощная. Еще одна ночь для охоты. Блин, только это волчья трава, пацаны, что делать? Нет, только не девочку, не бей девочке морду. Фу, сука. Не-не-не, так не пойдет, друг. Мои глаза всегда открыты.
Ладно, давай похилим девочку. Да, береги девочку с молоду, как говорится. Мажордом Экзекутус ждет внизу. Сказать ему, что... Это тоже смешно. Это когда убиваешь Экзекутуса, побеждаешь Экзекутуса, он пробуждает Рагнароса, и Рагнарос недовольный, говорит, слишком рано Экзекутус. Тусун. Тусун. Только про это, если кто не понял. Тусун. Ну тусун. Эй, ну не бей мою девочку. Пожалуйста, как я обычно говорю гопникам на улице. Они все равно никогда не слушают, все равно бьют. Блин, что у него столько баблов? Мне что-то не нравится. Ты старалась в курсе по огненным недрам? Нет. Провокация. Пятый дроп. На-на. Будешь крафтить золотого Бернса? Конечно, первым делом. У меня уже там заготовлено. Может, получится волка постелить легендаркой? Да нет, не получится, Думбласт. Я уже видел спойлер. Надо было вначале разменяться, а потом кастоваться. Да. Разменяться надо было левым. Ребят, не надо ничего спойлерить по героику, я сам разберусь, сам все пройду. Без ваших там подсказательств. Может быть легко, но это слишком изи. Проиграть не забудь? Зачем? Зачем проиграть? Да мы в героике проиграем, ладно. Сейчас мы убьем его, а потом в героике проиграем. Проиграть мы всегда успеем, господи. Проиграем в героике, куда вы торопитесь, злая колдунья? Освободим волшебника. Конечно, освободим, конечно. Пират пройдоха и Барнс, ребята, новый доктор 4. Погнали классовое испытание проходить. Смотрели, Атюнмен в смысле? Атюнмен. Атюмен. Тюменец, короче. Так, жрец. Нет, мы проходили, да? Вот чернокнижник и Джулиана. Погнали. Не-не-не-не-не-не, погнали! Да, Никитсан, это обязательно. Прям жми кнопку, иначе все. Может, еще ключи от квартиры, да, где деньги лежат? Да, друзья, значит, культ регистразы требует, чтобы все прислали ключи от квартиры, где деньги лежат. Слушай, Кира, ты такое пропустила тут в начале стрима. Я даже не знаю, как это назвать. Добрый вечер, краба-краба. Ага. Интересно, а тот мужик 4-2, он ходит только в лицо или он существ убивает? Всё, погнали, комбо-бомба. Босс Хост Гэн? Это Гнуми или Гуднайт? Берегись, дитя! Не на мой ли адрес ты... Чё ты грызёшь ноготь, пёс? Сейчас... Ой. Блять. Мы так не договаривались. Тим Каражим задумывается под чугало. Да бред сивой кобылы. Говно комба, ребята. Вот это не хочу выбрасывать. Ну поставь, отлично. Как пожелаешь. Ток в лицо вроде. Да, я вижу ток в лицо, да. Действительно все по плану. Только в лицо, я и вижу. Чудесненько. Не-не, я не хочу ничего сбрасывать, друзья. Ну все, сейчас будем на доходе призывать мощного демона. Супер демона будем призывать. Супер демон, как планировалось, ребят. Супер демон. Верни мне моего Ромула! Ромула! Ира, ты видишь, какая она милая?
хорошо, поехали. На нах. Надо что-нибудь сбросить. Так. Надо что-нибудь сбросить, пацаны. О, сейчас что-нибудь сбросим. На нах. Давай, голема. Ой, класс. Теперь еще задроваемся. И еще раскопаем что-нибудь. Ну, все равно койл берем. Ха! Да блин, а. Ему. Да не грызу я ногти, у меня ногти нормальные, вот смотри. Нормальные ногти я их не грызу. Не на мой ли счет ты грызешь ноготь? Нет! Что за Родзинский у нас здесь завелся? Корожане! На нах тебе в лицо, получай. Ой, опять предательство. Сплошные предательства и кровь. Хоть анимацию посмотрю, я никогда не играл ни разу. Привет, Вадос, КХС. Ага, стенка. ВК добавишь, да, с нами, да? Если положил сим коражным зоолока. А чё, по тесте? Мне кажется, он имеет право на тесты хотя бы. Януш, я так хорош, говорит нам четко. Так, гном, соберись, соберись. Утер светоносный серый волк. Так, у нас будут маленькие существа. Но, наверное, они какие-то будут крутые, да? Может, это будут качальщики атака, может, баблы. Точно, это будут... А что еще у паладина? У паладина только кроме баблов ничего нет. Не, ну это не сейчас, конечно, не сейчас. А, кстати, начинаешь с 20 хп, да? Давай мы пока оставим. Потому что мы сейчас быстро пятерочку отжахаем. О, вот это я уже понимаю. Так, мистер Слэмми, все, сейчас. Вот это, друзья, я понимаю. Сегодня с помощью Барнса через шаг сквозь тень вытаскивал сопли 9-9, которые перерождаются в 30-30. Противник конседает на 6 ход в 100% случаев. Я видел уже скриншоты, да. Я видел скриншоты. Портал в говно, ну это плохая карта. Пойдем. Давай раскопаем что-нибудь достойное. Сейчас мы... Ой, смотри, как хорошо. Дракона свечку бафнем, а то бафнем его. Будет получать 2-3 за каждый баф. Не, дружок, это не серьезно. Это вам не Рио-де-Жанейро. О, класс. Класс. Не то, что прям огонь, но нормально. А что, дружок? Не ударит ли нам по Шекспиру, Уильяму? О, смотри, а он не маленький. Не такой уж он и маленький у меня, как я обычно говорю. За 3 маны 4-2. Ну, лучше за 2 маны 3-2. На нах тебе. Так, ну ладно, это было, конечно, интересно. И, как обычно, нормально несложно. Давайте посмотрим на героики. Там, наверное, нам придется собирать специальные колоды, да?